Пошли. Значит, спокойно сидите по своим квартирам и ждите. Немцы никого не тронут. Ой, негодяй. Вы кто? Вы простые люди. Из вас выжимали все соки. Столько лет был при советском власти. Вот вы, честно прикидывался. Да. Нарком, чекист. Зачем же вам уходить в неизвестность? Идти на верную смерть. Гадина. Немцы придут, дадут всем работу. Немцы — это культурная нация, передовая, цивилизованная. Вся история человечества связана с ними. Не с места. Стой. Гад. Хотели до конца его шкуру выслушать. Ну, конечно. Да вы не сомневайтесь, товарищи, мы понимаем. Надо разрешить. Переписать всех присутствующих. Правильно. А с этим что делать? Ну что? Старшина, выполняйте приказ. Расстрелять, сволочь. Есть. Давай. Ваше время кончилось, господа хорошие. Завтра иди, здесь иди. Немцы. Все кончено, господа. Но вы еще можете спастись. Я буду просить, если меня помилуете. Заткнись, мразь. Добрая нация, цивилизованная. Поверьте мне. К стенке! Поверьте. Граждане, люди, не слушайте их, не слушайте. Опомнитесь, что вы делаете. Опомнитесь. Я прошу вас. Спокойно занимайтесь своим делом, товарищи. Фашист в Москву не войдет. Можете быть уверены. Расходитесь. Ой, собаки, собачья смерть. Ну, мы еще постоянно. Да надо было услышать. Все открыли. Да.